танцует, ее фасад по мне интересует. Ссылка в инстаграм, Человек, так похожий на звезду российского рэпа, аниматор необычного сочинского отеля. Египтянин Адам создает здесь атмосферу праздника уже 2 года и ни капли не жалеет, что променял море красное на черное. Здесь можно летом отдыхать на море и загорать. Зимой отдыхает на гора, на лыжнике. Здесь все можно. Очень красиво. Отель, где работает Адам со своей командой, одним из первых на Кубани перешел на систему all-inclusive, или по-русски «все включено». Проживание, трехразовое питание, развлечения и экскурсии. В этом комплексе сейчас неделя отдыха семье из 3 человек обойдется в среднем в 50 тысяч рублей. Летом цена поднимется, но не намного, до 70 тысяч. Думаю, наверное, значит, время пришло. Вот, и мы уже готовы к тому, чтобы оказывать эту услугу на том уровне, на котором привыкли наши клиенты ее получать за рубежом, в отелях Турции, Египта. Все то, что мы любим, все здесь есть, поэтому мы сюда вернулись. Забронировать здесь номера на июль или август уже невозможно. Спрос на отдых в отелях и санаториях Краснодарского края сейчас очень большой. Уже продано 60% мест. Туристов здесь ждут не меньше, чем в прошлом году. А в 2015-м только Анапа приняла 3,5 миллиона туристов. Геленджик чуть больше 4 миллиона. И во главе этого списка самый посещаемый отечественный курорт – Сочи. Провести свой отпуск на берегу Черноморской ривьеры предпочли более 5 миллионов россиян. Зимой же еще 10 лет назад наши курорты, можно сказать, впадали в спячку. Турист просто не ехал из-за отсутствия предложений. За небольшой срок на российском побережье выросло и количество гостиниц, и их качество.